Ох, а тут еще одна! Оу! Фух! В смысле, ух! Это было круто! Взбодрился хоть чутка! Ага, конечно, снова врешь. Да ничего, я не вру! Еще одна подлодка! Это выглядит опаснее, чем черная. Та-да! Это еще и плавает! Как это ты уцелел? Да я сам не понял! Всем приветище, друзья! Морское приключение красного шарика продолжается. В прошлой серии мы прошли первые три уровня. Го продолжать! Опа-на! А вот и я! Здоров, игруля, привет, друзья! Ну чё, погнали! И сразу же, с пылу с жару, так сказать, нас встречает куча хищных рыб. Эх, вот бы их сейчас зажарить! Хе-хе! Обожаю жареную еду! Друзья, ставьте лайк, если тоже любите жареное. О, сколько тут монеток! Медуза назад! Тише, тише, игруля! Серия только началась, а ты уже кипишу нагнал. Нормально проходим. Вот еще и магнитик. Вообще крутяк. Скорее, скорее, пока он не кончился. Кнопка какая-то. Все, магнит закончился. Там вон внизу зато щит, а это еще круче, чем магнит. Ну чё, кто на меня? Всех победю. Эй, щит уже того. Жаль, что щит закончился, а то бы я морскому коньку поднавалял бы. А то ишь, расплавался тут. Впереди подводная бомба, нам явно не туда. А там вроде путь наверх был. Где там? А вот, смотри! Аккуратней, стрелы! Эх, а так хорошо шли, без проигрышей, прям молодцом! Я и сейчас молодцом! Просто стрелы появились неожиданно слишком! Но теперь я знаю, что они там, и им меня не одолеть! Так, аккуратненько... И еще выше можно! Отсюда давай забирайся на самый верх! Ну, вот и все. Я же говорил, что я молодцом. Ты сейчас не молодцом, а хвостуном. Одно другому не мешает. Хе-хе. Вай, куда это я? Да тише ты, просто едем. Все, что ли? Тю, а ты переживал, игруля? Ух, какая рыбина. Мощная. Та-да. И краб тоже мощный. Ох, фуф, вроде проскочил. Прям опасно было. Да ну, обычное дело. Это ж червячок. Может, давай потроллим рыбака и подергаем за крючок? Чё-то оно не дергается. Видать, ты слишком легкий. Ну и ладно, зато кнопку нажал. Пошли смотреть, что это нам дало. Чё-то оно не проходится. Под червяком слишком мало места. А может, кто-то слишком много ест? Может быть. Но это точно не я. Хе-хе. Ну, наконец-то. Смотри, не проиграй только сейчас, чтобы заново не протискиваться. Вот ты, игруля. Вот ты, любитель каркать под руку. Золотишко из сундука взяли. Погнали дальше, дружище. Ну, пошли, пошли. Точнее, поплыли, поплыли. Посмотрим, что там впереди. А здесь у нас куча рыб. Я, пожалуй, понизу пройду. Что, испугался? Да ну не, просто тут сундучок. Я же не могу его пропустить. Ага, типа ты знал, что внизу сундук. Ну конечно, это все моя чуечка. И это конец первого на сегодня уровня, друзья. Ух, бодренько начали. Предлагаю также и продолжить. Чё стоять-то? Эй, ты куда? За монеточками. А вот теперь погнали. Подожди, пока рыбы проплывут. Ох уж эти рыбы. Расплавались тут. Да, тут не только рыбы плавают. Да и вообще, чего у тебя бомбить-то? Это же море. Это да, но все равно. Ох, фуф, чё-то я подзавис маленько. Хе-хе. Да куда ты снова? За монеточками же. Вот это ты шарик глазастый. Ох,
Ну, давай, покажи свою внимательность. Да легко! О-о-о-о. Ох, матерое местечко! Давай! Фуф, прошли! Но это было не так уж и легко, согласись. Ну да, но не для меня! Ха-ха! Ох, а это еще что за лодка? О-о-о-о. Ясно, понятно. Вниз лучше не падать. Вот это другое дело. Ох, а тут еще одна. О-о-о-о. Фух. В смысле, ух. Это было круто. Сбодрился хоть чутка. Ага, конечно. Снова врешь. Да ничего я не вру. О-о-о-о. Да чё за уровень-то такой? Чё началось-то? Ты просто разогрелся и начал напролом нестись. Да ну, я мистер Аккуратность. Просто враги появляются из ниоткуда. Эх, жаль, что я их всех плюхнуть не могу. Это да. Если бы мог, прохождение шло бы пободрее. О, еще как! Я бы тут просто кабанчиком проходил бы. Кнопку нажали, вот теперь проход дальше открыт. Точнее, открывается. Здорово, медузы! Покеда, медузы! Ох, водолаз назад! Куда прешь, стрелок? Ой, да ну тебя! Не, ну это уже перебор, дружище. Ты 3 раза проиграл за минуту. Да я-то здесь при чем? Я вообще не понял, что меня цепануло. Это какое-то неправильное море. Чё это? Да, Тошо. Аргумент. Вперед нам не пройти, наверх тоже не забраться. Сзади были вертушки, вот по ним и заберемся. Только осторожнее с шипами. Да вижу, не боись, игруля. Теперь повыше. Держись, и на берег, супер. Вау, акула. Где бы переждать? Может тут? Убегай. Вай. Отлично! Как это она тебя не съела? Видать, испугалась меня. Увидела, насколько я крутой. А я думаю, что просто повезло. То тебе кажется, игруля. Итак, что же ждет нас внизу? Ща узнаем. Ну, как минимум кальмарчик. Стоит. Вот и пусть стоит. А еще здесь финиш. Иха! Ой-ой-ой! Да уж, прям очень насыщенное место. Это да. Кстати, игруля, а мы же забыли кое-что. Ты, наверное, про костюмчик. Именно! Па-бам! Оу, красный? Да ладно. Ага, решил наконец-то побыть в своем привычном виде. Неожиданный выбор. Ну и правильно, а то видео называются «Красный шарик», а ты то зеленый, то желтый, то еще непонятно какой. Не, но там еще есть прикольный костюмчик. Предлагаю тоже примерить. Давай уже в следующей серии. Ловлю на слове. Так-то это мой самый матерый костюм. В нем я уровень, что вихрь пройду. Давай. О, как ты увернулся лихо. Ну так, шо вихрь, говорю же. Там, кстати, путь вправо был. Ага, но он закрыт. Был, а вот теперь открыт. Наверно. Катись и узнаем. Смотри-ка, и правда открывается. Ну ты, я ж говорил. О, магнит, идите ко мне, мои монеточки. Да как я проиграл-то? В смысле? Вон же в кустах сидит кальмар. Оу, а ведь и правда? Ох, где это я? Все на том же уровне, только телепортнулся куда-то и стал мелким. Зато смотри, какой я шустрый. Я теперь не просто шо-вихрь, я теперь шо-супер-вихрь. Эй, рыба, ну чё стоим-то? Во, так бы сразу. Ох, догоняет. Размечталась. Здесь нам нужно наверх. Но сначала кнопку бы нажать. Стопудово пригодится. Ох. Есть. Дуй наверх. Тише, игруля. Не торопись. Все постепенно. Ну и?
Да иду, иду! Если бы это еще так просто было! Да-да, вот так, постепенно, не торопясь. Стрела пролетела, и ты за ней. Не учи ученого! Я и сам знаю, как проходить! А чего тогда не проходишь? Да все я прохожу, просто не быстро. Здесь так-то подъемчик не маленький. Но мы справились, ребята, и можем продолжать приключение. Сундучок закрыт, го кнопку искать. О, а вот и она. Пошли проверять. Да что там проверять, стопудово она. Во, я ж говорил. Ну и отлично, золото лишним не будет. О, да! Нам же еще в следующей серии костюмчик новенький открывать. Ну чего? Айда наверх! А, не, погодь! Вот сейчас айда! Отлично! О, портал! Ну, наконец-то я снова стану большим! Опа! Ну, с возвращением, дружище! Рад тебя снова видеть, а не разглядывать! Эй, я и до этого был достаточно большим. Ну, не очень. Бе-бе-бе. Еще одна подлодка. Это выглядит опаснее, чем черная. Та-да, это еще и плавает. Как это ты уцелел? Да я сам не понял. В смысле это? Видал, какой я крепыш? Даже подлодка не смогла меня победить. И зачем эта кнопка? Наверх же нельзя. Значит, можно вниз. Наверное. О, точняк. А еще ниже? Можно? О, да. Только не несись на пролом. Видишь, там медузы. Агась, надо бы от них спрятаться. А теперь удирай. Отлично. Поверху или понизу? Пожалуй, лучше понизу. В этот раз ты тоже не испугался, а пошел за сундуком. Ну, конечно! Сундук же тут был? Был. Вот я за ним и пошел. Проход открывается. Но сначала монеточки. И это конец уровня. И на этом мы на сегодня и закончим, ребята. Нам осталось пройти 4 уровня морского приключения. Агась, в следующем видосике и пройдем. А на сегодня всем покеда. Пока, Шарик. Пока, друзья. До встречи на канале Игрули ТВ.